Всем привет! Вы на канале Аннабель. Как вам? Отлично. А теперь расскажи, рядом с чем ты стоишь? С ёлочкой моей. А как она, помнишь, называется? Ты зимой рассказывала. Называется она коника, да? Коника. Канадская ель. Да. Вот такая она красивая стала, распушилась. Да. Ей лет сколько имени? Да. 5,5, да? Да. Смотрите, какая зелененькая стала. Обалдеть. Она почти моего роста. Практически, да. Прощайся, Анечка. Всем пока, увидимся в новом видео.